Bavim lan. Senin yarısından sopra bunlar fotoğraf diyor. Tak. Посмотри, чтобы не видно далее. В принципе, сейчас я чуть-чуть откручу. Готовы? Отсюда. Ближе ходи. Там иди. Поставьте сверху. Нет, вот туда.
Есть.
садитесь сюда. Ой, как ты, пожалуйста. Есть. Есть. Так, садись. Ничего, ничего страшного. Так, а вот это микрофон. Представляешь, так на свадьбе? Так, где у меня этот Артём? Артём, где ты хочешь? Ставим ее. Так, теперь давай сюда. Сюда, сюда, куда пошел? Знаешь, что мы сделаем? Подожди, поставим. Ты сделал хорошо. Я тебе объясню, почему я не хочу. Потому что ты сделал как бы хорошо, но на пределе своих возможностей. Выше тебе тяжело. О. Так, ну что, пошел, Ваня. Ты так сделаешь? Так, еще раз. Туда выше. Туда. Значит, смотри, что тебе самое главное, вот для того, чтобы вот вы делаете вот чучело, да? Что нужно сделать? Посмотрите внимательно. Первое. Руки поставить сразу за чучело. Не надо уметь голову. Не надо прыгать выше. Не надо прыгать очень далеко, потому что не успеете. А нужно просто вот здесь руки. Если вы на чучело ляжете, оно перевернется, ничего страшного не будет. Ну, давай. И сюда, за меня на место. Так, позже уже. Есть. Есть. Вот видишь, нет толчка. Садись, пожалуйста. Так, следующее чучело берем. Принеси, пожалуйста, чучело. Ты не держишь, там снимаешься, иди туда. Держи, да? Значит, маленький разбег, может быть, сделать побольше разбег? Да, нормально. Ну, тебе, может быть, да. Сейчас, как же нам сделать разбег? Знаешь, что сделаем? Давай мы вот это подъем. Еще. Вот так. Так, с этой стороны. Нормально? Нормально? Да. Так, вот, держи. Вон у вас разбег есть. Пожалуйста. Есть. Есть. Еще раз. Еще. Еще раз, Бог любит троицу. Да. Габ, ты тоже хочешь сделать? Да. А, красавец. Умница. Супер! Молодец, Артём! Так, что бы еще сделать, чтобы выше? Еще раз, да. Да, давай. Вот, еще раз, я тоже буду.
обидный рассказ. А я буду. Так. Ты делаешь, Ваня? Да. Пожалуйста. Супер. Молодец, умница. Так, мальчики, помогите, пожалуйста, поставить сюда. Да. Может, я буду делать его? А то сейчас 2 секундочки, присели сюда. Сейчас. Три чемпиона. Габи тоже хотел, но Габи, послушай меня. Один раз сделать, это мало. Нужно сделать 3 раза, чтобы у тебя было спокойно. Понимаешь? А вот ты, у тебя плечо немножко не работает. Ты не сильно толкаешься. Вот как Артем в конце, то есть он не толкается сильно, нет выхода. У меня был, тренировался ученик Ломковкин драк. Вы знаете, как делал? Он так разбегался, прыгал и так, летел. И головой, но? И кубарок. Не. А то что такое? А, я когда, знаешь, я когда прыгал. Артем, знаешь, я тебе скажу, почему он так высоко летел и мог так делать. Он становился, брал 15 килограмм и делал лягушку. Делал лукру, дойкру, трикру, патру и чили. Он 5 раз 15 килограмм брал и просто прыгал. Так меня сильно так заставлял, Лена. Я так каждый день бегаю. Вот. Значит так. Ну что ж, 3 человека. Саша, Ваня и Артем. Сюда. Похлопали. Молодцы. И все так будут делать. Все. Встали сюда. Так. Ну, у нас самый большой это Артем. Я ему даю 2 такие. Пожалуйста, любые. А, нет, ну вот так, все. А то убирать. Нет. Где? Тянем швей. Заметил. Это отклеивается, можем наклеить потом. Оно наклеивается. Артем, я на тебя наклею. На тебя. Так, значит, еще раз. Что мне надо? Значит, что мне надо? Мне надо, чтобы чуть-чуть отработали. Чуть-чуть отработали. Особенно вот передняя подножка. Да, Артем? Ну, Артем уже нет, звоните с вами. То есть вы возьмете своего партнера, о, вы лучше ты даже не заправил. О, не стыдно. Ноги шире. Нога отсюда. Раз, Артем. Два, Артем. Руки, ноги. Ванюша, Ванюша. Оп, выводим. Раз. Два. Вот это движение. Раз. И отсюда. И все. И передняя подножка. Но запомните, руки. И работают руки. Оп. А потом нога. А потом нога. Так. Все. Встали. Встали. Так. Ваня. Бери зиму. У вас хорошо. Так. Потом мы поборем. Вы туда. Ну поставьте пока на стол, потом это. Оп, стоп, оп. Подожди. Габи, ты борешься. Работай сейчас, ты поборешься. Так, Саша, берешь его. Идите вы в бурят. Идите вы в бурят. Ваня, бери Артема. Вперед. Так, Габи, вы работаете вот здесь. Вот, вот. Вот здесь. Вот, вот здесь, Габи. Вы работаете вот там. Нет, сюда в угол. Здесь сюда. А вы здесь работаете. Андрей, вот здесь. Артем, ну да, снимай, ты как чемпион. Пошли. Вот туда, пожалуйста. Вот туда. Вот туда. Вот сюда. Дальше. Давай. Привет.
все на коляді. Да, вот так. А ты не хотела перейти? Вот это? Ключи? А что? А, я раздеваюсь сам. Артём, тебе не стыдно? Ты должен собраспорт сделать. А у него, не знаю. Андрей, у него стыд позор. Андрей, стыд позор. Посмотри внимательно. Сюда становишься и делаешь. А ты что должен делать? Повернуть. Еще. Мальчики, ну, другая нога. Эту ногу назад. Поворачивай. Поворачивай. Вот эту ногу. Поворачивай. Убирай ногу. А ну еще раз. Что, Мишенька? Он убрал мне плечи. Нет, Мишенька, там ты там остались. Нет. Спасибо.
Конечно, если это будет делать,
здесь ничего не будет. Ой, я принесла. Оп, да. Отжимай. Оп, оп, оп. Я говорю, я собой здесь. Нет. Сюда можно подъехать. Андрей, что ты согнулся? Встань прямо, сделай заднюю, сделай переднюю. Великолепно, подсечка изнутри. Супер. Отлично, молодец. Андрей, как у тебя ноги ходят? Печально. Снимите, пожалуйста, вот Андрея, как у него крестит ноги. Ноги вместе не ставят, вот на таком расстоянии. Что у тебя вместе ноги? Одна рука. Ап! Блин, чебанявку нельзя делать. Задняя, передняя, зацеп голени. Посмотри, он же кувырок как делает. Видишь, он не знает, что голову надо убрать. Эй, Ваня, не лежать. Ну-ну-ну. Ай, Галя, давай. Бросай ее. Бросай, бросай ее. Давай, 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 Галенька, давай, пробуй. Вот так, хорошо. Только чуть ножки пошире, а то близко можно удариться. Задняя подножка, зацеп голенью, передняя подножка. Саша, дайте отдохнуть. Смотри, только локоть у нее держи, Габи. Ценикот, чтобы она не ударилась. Галя, трапу наклонить. Все время здесь. Саша, дайте отдохнуть. Никита, туда дальше. Артем. Не расслабляйся. Смотри, она новичок, новички, знаешь, как будет? И за тобой падает. Поэтому ты не спеши. Подержи, если она хорошо падает, то когда? А то она хватается и засовывается. И получается, что человек на нее падает. Ай, красавец, Ваня. Стойку. Луптен печуаря. Сашуля, луптен печуаря. Андрюша. Возьми одну, и здесь одной рукой чуть повыше возьми, сюда, и заднюю, переднюю подножку, зацеп стопой, зацеп голенью. Здравствуйте.
Есть, получилось. Отпускаю, все брызжет. Shit!
Кто здесь стоит? Кто здесь стоит? Не вижу, Габи. Кто здесь патрон? Кто здесь чич? Кто здесь шафтер? Кто здесь шафтер? Тёмца не нету. Кто здесь шоу? Кто здесь шоу? Почему ноги не работают? Вот и печаль. Так, пойди, ушли оттуда. Ушли, я сказал, я называю. Я не могу понять. Посмотрите, как вы подворачиваете. Стоите на прямых ногах оттуда. Что это такое? Еще раз, вот отсюда движение. Раз, оп, а вам еще падение нужно делать будет. Вы же падать, еще спадать будет. Андрюха, подвернулся и стоит, делает курсу. Так же тяжело просто. А на соревнования? Приготовились. Можно, пожалуйста, мой парень? Че? Оно! Шафтер!